Я первый раз приехал сюда, в Россию, в 2006 году, в город Северодвинске. Я служил там авианосец Горшкова, который сейчас называется Викрамадитья и находится в Индии. Я 3 года служил там, потом уехал отсюда, в Индию, там вышел на пенсию и начал работать на частной авиационной компании. Я был директор там. Вот работа была хорошая, зарплата была хорошая, ну как будто мне не хватало. Просто бросил работу и уехал в Гималия, занимал йогу там снова. Я, в самом деле, я начинал заниматься йогой на возрасте 8 лет. И приехал сюда, октябрь 2012 году. И встретил мою супругу здесь. Вот. И поэтому осталась здесь. Вот. Если вы спрашиваете, какое любимое место мне нравится, это набережная. Потому что здесь целый год люди активно занимаются, активно отдыхают. Летом катаются на велосипеде, на роликах. И ловят рыбу на удочку. Бегают. Зима катаются на лыжах. И просто вид очень красивый, особенно когда белые ночи и закат. Еще мне очень нравится это место, памятник адмирал Кузнецов, потому что я большую часть жизни служил в военно-морском флоте в Индии. Еще мне очень нравится в русских большое чувство патриотизма. Как они относятся к Дням Победы, как они ценят ветеранов и военных,